там все рухнуло. Пацаны, мне кажется, еще... Паша, не... Паша, ты что такое? Отойти не может, блядь. Не, могу, но это очень... Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи Клей, Сентифай, Серёжа Болотов. И сегодня у нас новая серия по модичку в CSGO. Привет, ребята, кукусики, здравствуйте. Хотя, знаете, это уже на какую-то CS-ку-то толком-то и не похоже, потому что тут и Соник, тут и Наклз у нас. Ну, вы сами все видите, как бы, да? Вот, поэтому сегодня вот здесь у нас будут прятки, догонялки, маньяк, все дела. Вот, поэтому, ребята, всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ну, мы погнали! Давай, тварь! Хочешь пополнить свой инвентарь дорогими скинами, но не знаешь, где их найти? Конечно же, на Force Drop. Только у нас ты найдешь мощный дроп, скидки на кейсы, промокоды, а также авторские кейсы от топовых ютуберов. Force Drop. Бери от жизни лучшее. Олежек, нужно прятаться быстрее, Олег, пошли, а пошли, 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 зачем, быстрее. Зачем, зачем? Ты думаешь, вот эта козявка нас заденет, а? Да, заденет. Ой, Андрюша, разозлить-то надо. Бутылочка, бутылочка у него там в ручках, его маленькая. Так, короче, я знаю, нычка где-то Паша с автом играет. С каким софтом, Андрюш? Откуда он знает, что у меня бутылочка в руках? В смысле, там у тебя вообще-то прозрачная. Там видно. Где там сидит? Я вот сейчас немного не понял этого, пацаны. Так? Ну что так, у меня есть этот самый ствол, блядь. Ты посмотри, стой, кинь мне ствол, Паш, дай мне пистолет. Где крыса? Посмотри, как он в руках выглядит. Ты видишь, да, это очень странно. Вы где крыса? Да нигде ты, Серёг, это... А сюда можно? Куда? Да, туда, нет, там куда? Телепорт, там ты, нет, ты если хочешь, заходи, конечно. А, ну, очкошечки, здесь сиди. Такой маленький пиздец. Такой реально вообще такой... Ты угрозы там кому кидаешь, я не понял. Очкошник, и сидим где, а? Вот реально карапуз такой бегает вообще. Я из карапуза сейчас, может, ест. Да чё ты, Андрей, начинаешь-то? Да выйди же, слышишь, где ты? Нахуй. Быстрее, уходи. Папа, спасибо тебе. О! А мне у Паши Юшу бы ПМ стрелять. Нет! У него 200 хп, убей его! Стой, не стрелять! Не стрелять! Крыса, сука. А, авто глупая. Вот вообще надо сверху на втором этаже. Ой, а? Ой, чуть не упал прямо туда. Не-не-не-не-не-не-не! Ты меня видишь, да, со второго этажа? Смотри, я иду. У него... Посмотри на него! Что? Тупая, сука, иди сюда. Олег, слышишь? Олег, если он тебя найдет, посмотри ты на его рожу. У него она вся в синяках, короче. Хорошо. Да, Андрюша, стой, успокойся. Да, сейчас ты сдохнешь у меня. Да успокойся же. Ты сдохнешь у меня. Да успокойся. Ты чё обзываешься-то, а? Смотри, у него щит такой же маленький, как он сам. Да, блядь, его. Андрей, нет! Да ну хватит поджигать дом! Чё вышел, тварь, блядь? Хватит дом поджигать, реально! Там щит! Там щит! Олег, стой, подойди ко мне, стой, я не буду тебя убивать, иди смотри, вот. Такой щиток! Олег, стой, на! Мне он не нужен был! Ах ты какой! Ой, я всё понял! Да ты просто смотри на эту козявку, вот просто посмотри на неё! Это самая заряженная козявка! Смотри, там маленькая тварь агрессирует там все руки. Пацаны, мне кажется, еще чуть-чуть не произойдет. Время. Не-не-не, там прям сейчас произойдет что-то плохое, пацаны, ну нафиг его. Мы должны, понимаешь, мы должны завершить и вот закончить с этим творением. Что мы? Дюдка. Я знаю, нычку, парни, за мной. А где вы? Нет, стой! Сука, ты за мной, за мной! Газуй, бля, все, мне хрен. Быстрее. Да куда ты бежишь, он сейчас нас догонит. Да куда? Нет! Да что? Да тут подожди, да ты стой, да давай договоримся, ты! Давайте тоже со мной, хорошо? Козявка, ты красная. Договорились, мой следующий раунд. Куда, сука? Да хорошо, а ты можешь быть... Да за что? Олежа! Да, что такое? Куда? Олег, иди за мной, Олег, ты сюда, пацаны, Олег. Мне страшно, стой. Мне реально страшно. Он наркоман, он... Олег, на меня смотри, Олег, вот, сюда. Смотри, нет, чего? Давай сюда, наверное. Не работает? Работает, давай, быстрее пока. Да не работает, Андрей! Ты смотри, где я на твоей головой, дурак. Тебе надо сюда... Ну не нажимается она, Андрей, да... Короче, я побежал. Все, да.
куда ты побежал? У меня нажалось так-то, Сережа. Ну, Олег, здорово. Да уже поздно, 5 секунд осталось. А он не догадается. И ты хочешь сказать, что вот Паша не знает, как сюда попасть, да? Нет, не знаю. Смотри, видишь, он дальше пошел. Ну. Ой. А что он делает? А что ты делаешь? Что он делает? Зачем? Что, дебил, Паша? Это серьезно твой план? Ты хочешь построить весь? Андрей, нам надо бежать. Это Fortnite. Андрей, нам надо бежать. Андрей, он так рано или поздно доберется до нас, Андрей. Когда он доберется, тогда мы спрыгнем и убежим. А где выход, где отсюда, Андрей? Да, если что, как бы это, на крышу прыгнем. Ну посмотри, просто он почти это сделал. О, все, смотри. Застрял! Маленькая жирная тварь. Это кто? Это как? Что? Это маленькую тварь, кто-то красненькую обижал в своей детстве. Она будет всем мстить, отыгрываться на все. Так, и что дальше будете делать, а? Что, вы остановились-то? Ну продолжай, давай. Блядь. Сережа, ты где вообще? А, я не знаю, я куда-то делся. Андрей, ну самое время, конечно, написать. Нечаянно, Олег, нечаянно. Ну, нечаянно то. Так, ой. Он почти это сделал. Да уйди от нас, Паша. Кто там, сука? На крыше, бля. Паша, не Паша. Ну, все, Сереж, давай, пока. Паша. Олег, нам надо уходить отсюда. Давай, пошли. Вот сюда, Андрей, нам надо. Да, куда пошел? Иди. Пошли, Сереж. Ой, нет, стой. Пойдем. Он так забавно поднимался по лестнице. Бля, это спецназ, он спрыгнул с крыши, бля, быстрее нах. Да, Олег, да не стой. Да погнали, за мной. Да мне, гляд. Блядь. Ты понимаешь, как спецназ выпрыгнул с крыши, прям вот так вот. Да я понимаю, я это видел. Он купол разбил наверху и запрыгнул. Так, и чё? Ты знаешь, где Олег, да? Я слышал, как он завязал медшприц, я это слышал! А он знает, где ты, понимаешь? В том прикол, что пиздец. Олег, посмотри на меня! Олег, давай будем биться на равных, где ты? Да, стой, подожди. Ой. Давай, Олег. На, давай, сейчас будем биться на равных, давай. Давай, раз. Ой! А у тебя не до них заметил! Че запатил меня просто? Взял и запатил! Ой, блядь, какая хуйня! Так, Паша, что за чайки полетели там, а? Паша, ты что такое? Ну это я согласен, это был байт 200 IQ, реально, потому что у меня на X просто забиндено то, что я прописываю килл в консоли, и поэтому я не могу нажимать на эту кнопку. Знаешь так, пацаны, я вот сейчас выхожу, да, и... Так, да. И... Не понял. Ты как залез тут? Так, подожди, стоять. Чё ты хочешь, Олег? Как ты туда попал? А вот, смотри, видишь щиток, смотри. Ну, да, вот вижу. Вот отсюда вот щиток телепорт сюда ведет, и ты здесь появляешься. Так, а как бы, нет, а как? Вот это я тебе не скажу. Иди отсюда. Пусть ну, ты а что ты такой злой-то начинает тут такой-то? Олег, я все, я спрятался, до свидания. Так, хорошо, друзья твои где, скажи? А, они где-то по шканарем там где-то сидят. Ну тогда понятно. Я занят. Так, ну да, Серега занят, ты, конечно, да? Я на камешку стою. Подсказочка через 15 секунд будет. Бать, почему через 15? Почему не сейчас? Ну подожди. А что ты на камне-то стоял? Ты чего ждал тут вообще? Андрюша! Бля! Андрюша! А где выход-то отсюда? А выхода-то оттуда-то и нету! А есть, смотри, блять, нет. Ну-ка иди сюда. Ай, хорошо. Ну отстань, блядь. Так, осталось только последнего найти. Ты где? Алю. Дом в толчке с раном сидит, грязным. Я вылез. Это что сейчас было такое? Это что сейчас было такое? Это Олег, смыли мою репутацию в унитаз. Понимаешь? Олег, ты в правильном направлении идешь. Слышишь, он бегает, да, Олег, слышишь? Да, конечно, я слышу! Конечно, куда ты бежишь? Ну, бедненький, застрял, бедненький-то два. Ну, все, понятно. Давай, да все. Олег, да убей уже его.
Ну давай, да, ну, ну иди сюда. Ну что ты вот начинаешь? Ну, и что здесь ты сделаешь? Нет, так не получится. Это что-то... Блин, ржать, блин. Ой, блядь, нихуя. Это что, поварской колпак, что ли? Так, пацаны, там Андрюша снова маньяк, короче, вот, и... Да. Подожди, а куда, куда, Серёжа, пиши, куда, Я гуляю. Ну куда ты гуляешь? Ну, давай, я вот не знаю. Блядь, ты что за чмо, блядь? Я кузнечик пошел. Где? Я за богомолом бегаю. За каким богомолом? Да я с вами побегаю, подожди, стой. Пацаны, подожди, сейчас. Что за чмо? Стой, подожди, Павел, стой. Это дрищ. Это что такое? Фу, сука, дрищ, ненавижу дрищей. Андрей, ты как ты? Андрей! О, он набрал резко. Так, тихо. Тихо. Сделай Олега дрищом. Не надо, меня делать не надо. Не. Олег, ну давай, ты же давно хотел похудеть, давай. Да нормально. Так, тихо. Да кто дверь открыл тут? Дали кофе. Нет! Нет! Убью, сука! Серёг, открой дверь там, открой! Да нет! Сейчас, поднимаюсь. Ну быстрее, сейчас, давай, сейчас, Серега, могу, быстрее! Сейчас, подождем, тебя откроют, сейчас. Быстро, быстро. Ах ты какой! Через лесенку, Олег, через лесенку меня решил ударить. Изи, Олег, это было изи. А это что за таракан такой? Это белка летяга. Она просто голодает очень сильно, вот. Реально похоже. Ты меня веди. А я что должен вести? Ну ладно, погнали. За мной, пацаны, нет, за мной. За мной. Ну куда? Ну что? Ну ладно, пойдем за мной. Ну давай. Давай. О, привет. И все, это твоя нычка. Да. Да не, у меня было поинтереснее, пацаны. Ну и ладно. Так, ладно, что, сидим здесь тогда? Там, Паш, ты выходить собираешься-то, нет? Паш, ты когда к нам? А куда, Лёва? Да, я побегать хочу просто, понимаешь? Посмотри направо, ты шкет, шпана! Ты вообще с кем разговариваешь там, блядь? Охуел так базарить? Подожди, вот... Что там? О, прости, всё! Прости, пожалуйста! Что такое, блядь? Это что такое, блядь? Сука! Что за головастик, блядь? Так, сколько я порезал, сколько так, а где, а куда Паша ушел? А Паша тебе... А, ой, блядь, Паша, не надо, пожалуйста. Да сука! Не, ну пацаны, я если шо внизу, как вы понимаете? Я если что, как бы... Серёг, спасу, беги дальше! Что, бич? А где я? Не знаю, я тебя спас, по-моему, только что, нет? А я вижу, кстати, этого засранца. Там плавничок, видишь, у него там рыбка такая плавает. А у меня, подожди, это... Подожди, у меня просто прозрачная или она открытая? Сквозная нычка, Олег, сквозная нычка это называется, тебе пиздец. Что, бич? Стой, Паш, не, вернись обратно, Паш, не-не. Паш, вернись ты, обратно. Ты видишь, что у него с ногами? Паш, да вернись обратно. Что, бич? Что, бич? А ты нифига, нормально. Вы все друг за другом ходите. Что, бич? Бля! Так это вообще идеальная нычка, походу. Вот же, блядь. Где, так, Паш, где этот Наклз? Он же в подвале, Паш, ты же уебаешь, да? Спокойно, да. Где ну, тогда... Вот, Паш, смотри, он здесь сидит, за стенкой. Вот, видишь, когда смотришь, он за стенкой. Да нет, вот, нет, вы, ну, вот сейчас налево. Поднимай свои штаны огромные, они тебе великоваты, по-моему, немножко. Да, Паш, тебя разводят, как лоха. А! Ты чё так? Ты меня испугал, ты понимаешь? Я реально испугался просто. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия по маньячку в CSGO подошла к концу. Я надеюсь, что она вам понравилась. Все, как всегда, поставили свой лайк и подписались, конечно же, на канал. Ну а на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофеньки, Файк, Лэнс и Серёжа Болотов. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока. Всем пока. Пока.